Всем привет! Вы на канале Launcher Auto. Сегодня я вам покажу упрощенную версию Яндекс Навигатора для слабых автомагнитов. Скачать программу можно у нас на канале, также обсудить все проблемы с данной версией и подобрать другую. Пойдем покажу. Скачиваем и устанавливаем Яндекс Навигатор с нашего канала. Открываем и убираем галочку с отправки статистики. Версия навигатора упрощенная с вырезанной аналитикой. Удалены все голоса, кроме Оксаны и Алисы. Удалена реклама, увеличен размер кнопок и прочие мелкие улучшения. Также в навигаторе можно убрать бальность пробок. Не забываем загружать карты офлайн для разгрузки системы магнитола. Проверяем, как работает. Перезапускаем программу и проверяем. Получаем быстрый и удобный навигатор для слабых автомагнитол с удобным интерфейсом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте подписываться на чат и на телеграм-канал. Все только начинается. Всем спасибо. Пока-пока.